Так, посмотрим, что у нас есть поблизости. Ну, скорее всего, вот это вот объект военных, вот этот вот. Да, 300 метров до него. 340 метров. Поехали, посмотрим, что он из себя представляет. Я думаю, как-то после танка нам будет гораздо проще это сделать. Очень хочется в это верить. Так, пропустили поворот. Похоже, что да что ж такое-то, а? Понасажают деревьев. Не проехать. Так, нам сюда. Нам сюда. Посмотрим, осмотримся. Что у нас тут? Стоит отключить. Да, камеру, конечно, нужно отключить. Хорошо. Так, из цистерн, которые спрятаны на территории. Инженер. Электростанции можно выкачать топливо. Ну хорошо, давайте приступать. Давайте приступать. Нет, не так. Они там стоят за стеночки. Понимаешь ли? Да, я думаю, нужно идти наверх сейчас, быстро. Осмотримся. Пленник. Что ты мажешь-то? А ты, Чичарон, что там делаешь? А ну взять, Чичарон! Все, ладно. Оставляю тебе. На растерзание. Ладно, пора спускаться. Отлично, отлично. Очень просто, очень просто. После танка это просто вообще. Да, обязательно поговорим. Что нового? Повстанец, ищешь себе цель? Я знаю, где расположена одна зенитная пушка. Отмечаю на карте. Благодарю. Привет! Так, значит, у нас есть зенитное орудие. Так, где она у нас? Так, и, кстати, вот здесь мы были. Вот здесь мы были. Ну-ка. Что это такое? Сдается эту вещь солдату. Бейсбольная перчатка. Перчатка, отлично. Перчатка отца Фредди. Конью. Полезная вещь. Костюмчик-то у нас уже есть. Перчатки нет.
Я так понимаю, это для какого-то квеста нам будет необходимо. Ладно, все, поехали. Вот мы и приехали, собственно. Я не понимаю, где здесь выход из этой всей богадельни. Поэтому пойдем пешком до ближайшей дороги. До ближайшей дороги. Так, ну-ка. Коняшку сейчас вызовем. Вот на такой-то мы еще не катались. Ты умничка. Помедленнее. Так. Я вперед. Думаю, надо как-то спуститься здесь. Вот так вот. Отлично. И сейчас по дороге мы должны быстро добраться. Можно даже вот так вот посрезать немножко наш путь. Давай! Этим повстанцам пригодилась бы помощь. Воу! Засада. Обнаружен новый объект военных. Ну! Так, ну-ка. Тише! А чё, может быть, поможем ребятам? А? Поможем ребятам. Распылитель. Ах ты, тварина! Ой. Я ж по своим херачу. Вы что? Сослепу, понимаете? Это все яды ваши вот эти вот химикаты. Так, забираем оружие. Все, отлично. Так, это еще значит. Да что ж такое-то? Расслабился, понимаешь ли. Все, пойдем к нашему следующему заданию. Машинка даже есть. 427 метров. Поехали. Ой, тихо. Дороги вообще не видно просто. Вроде ехать-то немного. Как было, так и осталось. Да ну нахер, ну это просто трешара. Меня кто сбил-то?
Меня сбил-то не военный. Меня сбил гражданский обычный. Какой-то... Какой-то человек просто. Какой-то негодяй просто. Это не человек даже. Вот что нам теперь делать, а? Вот мы такой путь проделали вот по вот этой... Херне. А нам теперь приходится вот идти как-то, я не знаю даже, как. Ужас. Чё ты там стал? Мерда, всё серьёзно. Забегал, забегал. На, вот тебе, сейчас я тебе покажу. Паршиво. А чё не берёшь? Чё не берёшь пулю в голову, а? Вот так бы и сразу. Так, ну что будем делать? Возьмём вот этот вот грузовичочек. И поедем. Что нам еще остается? Залетай, Чичарон! В пень такие, блядь, автомобили. Ну их нахуй. Пойду пешком 400 метров, как-нибудь дойду уже. По этим горам. Тем более, здесь у нас ящик ФНД есть. Зайдем, посмотрим. О! Фискульт, привет! У вас там ничего нету интересного? Так, где тайник-то? Ящик, точнее, ФНД. Чё-то я не понял. А, вот он, внизу. Внизу. Хорошо. Но здесь мы не пролезем явно. Нам нужно как-то... Ну-ка, ну-ка, а если вот так вот? Ты кто вообще? Нет. Не пройдем здесь. А вот так? А вот так пройдем, наверное. Смотреть в оба. Так, где у нас Зидиточка? Зидиточка. Хорошо. Прекрасно. Идем за Ураном.